Здравствуйте, подписчики. Сегодня мы продолжаем играть в Sniper Elite Remastered. Итак, у нас продолжается миссия. Оставалась последняя мишень, Вольф. Но я понятия не имел, где он. Я знал, что у Иванов в Восточном Берлине есть штаб командования по проведению специальных операций. Возможно, он с ним как-то связан. Я собрался и отправился на звуки боя и танковой стрельбы. Это было одно из самых опасных мест, куда можно было сунуться. Но мне нужны были ответы на вопросы, и я мог получить их только там. Понятно, остался у нас последний. Надо его уничтожить. Итак, смотрим, где это тело у нас обитает. Уничтожить танк, защищающий штаб. И что же нам можно предложить? Так, что у нас имеется? Так, на камень. Не забываем камень, камень, камень. Вот. Ну, стандартный набор. Что у нас здесь? Кусочек золота. Что? К чему эти руины? Ненужные. К чему они меня обязывают? Золото собирать. Ну, не знаю, что-то оно мне не очень-то. Это золото надо. Кстати, если вы нашли все кусочки золота, напишите, что за бонусы вы получили. Трудно ли было их искать, собирать? Стоило ли оно того? Так, ну-ка, залазь. Вот так. Так, вниз можно упасть. Ага, вниз нужно упасть. Понятно. Сюда не прыгать, падла. Так, куда мы выходим? Ой-ой-ой. Видите его? Так. Вот он. Не факт, что он один. Сейчас где-нибудь еще один покажется. Нету? Нету. Но стоит мне только его загасить. Давайте как можно дальше. Вот так. Да. Точно в лоб. Промяли кокарду. Чуть пониже кокарды. Ну, шапка испорчена. Вот он. Где-то здесь, конечно, где-то здесь. А вы-то где? Ой, он меня спалил. Чего ищите лучше? Так, мы обратно уйдем. Ищите лучше. Смотрите в оба. Блин. Давай вот так. Смотрите в оба. Где ты? Найдите его. Найдите его. Продолжай. Пойдешь, нет? На приманку. Вот если ты здесь один козел. Где вот ты? Давай. Я все равно хотел ППШ брать. Раз мне среди советов. Так. Еще один. Кто говорит? Кто меня ищет? Блин, ППШ возьму, там еще патронов мало. Здесь у меня пока патронов хватает. Ох ты, я его даже не заметил. Давайте, раз, два. Вот, кстати, всегда хотел посмотреть. Вот сейчас, кстати, и проверим. Где я? Ой-о. Да. Получай, фашист. Какой? Хотя, какой фашист, а ты? Ты же совет. Нет, не фашист. Ну, все правильно, значит, моя теория была. Снаряды эти взрываются. И
Итак, кто на меня? Где вы? Продолжайте искать. Блин, как бы себя обезопасить бы еще. Так, ну меня кто-то видел, заметьте. А значит, кто-то меня там еще ищет. Так что не надо расслабляться. Ищите лучше, конечно, ищите лучше. Так, сюда. Нет, сюда. Пойду сюда. Раз, снайпер. Оберегал это место так хорошо. Давайте хоть глянем. О, вот он, вот они, они. Да. Вот тебе. Неплохо. Где еще есть? Танк. Вот, который мне надо уничтожить. Да. Получилось? Получилось. Так, подождите, а я трупы-то не обыскивал. А мне надо трупы обыскать. Так, как я могу отсюда выйти? Да, выйди ты. У меня патроны-то, знаете ли, не на халяву. Патроны-то мне нужны. Вот где-то, где-то слышал я. Где-то они здесь. По развалинам ходят, ищут меня, наверное. Ну-ка. Обыщем. И тебя обыщем. Так. Тебя обыщем. Найдите его. До снайпера мне не дотянуться, наверное. Ну, здесь-то. Здесь-то я могу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, слышу голоса. А к ним я не пойду. Ну это точно уж. Блин. От боеприпасы. От чего тут можно найти? От немец. Опа. В голову. Я тебя найду. Конечно, ты меня найдешь, если искать будешь. Будешь мне искать? Ох, я бы не советовал. Я сейчас обозленный. Злой. Тихо, тихо. Не спешим. Давайте в домик зайдем, посмотрим. Кто в тюремочке живет? Налейте мне борща, жрать хочу очень. Ну, точно где-то здесь. Откуда вы знаете, где я? Вот откуда вы знаете? Вы же ни хрена не знаете. А где-то здесь. Где-то он здесь. Ищите лучше. Меня бесит, когда вот особенно один человек остается и говорит, как будто их много. Вот так вот. Не убег. Теперь ты нас атакует. Атакует. Да. Да. Да, блин. Ладно. Давайте посмотрим, где у нас контрольная точка закончилась. Так. Взорвали танк. И теперь вот здесь, а нет? Да, в голову тебе. Подальше. Который? Пулеметчика я пока не вижу. Ну и он меня не видит. Естественно. Итак, в сторонку. Да, двоих должен. Смотрите, через голову пролетает. И второго.
И вот так. И третьего еще нет? Нет. А, третий. Жук спрятался за товарищами. Разве так можно? Бутылочка. Смотри. Опа, рядом с тобой. Не ожидал. Не ожидал такого, да? Вот такой вот я, да. Да, вас атакуют, а где вы? Конечно, атакуют. Покажитесь только. Я сообщу, что вас атакуют. Есть? Нету. Ну вот теперь настал мой черед мародерить. Тарам-па-пам-пам. И тарам-па-пам-пам. Нет. Пока еще рано. Пока еще рано. Вот если найду здесь боезапас, то можно подумать об этом. Так. Стоять, стоять. Не надо тут фанатеть. Так, это я, как понимаю, должен был с этими отбиться отсюда. Ну-ка, ну-ка. Спокойно. Кто у нас здесь? Ну, никого не вижу. Продолжайте искать. Я тебя найду. Конечно. Я даже хотел бы, чтобы ты меня нашел, чтобы мне за тобой не бегать. Ага, понял. Серьезно? Вот так. Давай, залазь. Тут снайпер где-то сидел, нет? Не сидел или нет? Я уж не помню. Здесь я его подбил. Где-то, блин, задача выполнена. Так, задача выполнена. Разобраться с русскими, хранящий командный пункт, найти документы. Понятно. Но если задача выполнена, то найти документы. Я куда смотрю? Ну нет, как раз где они охраняли, туда и надо. Ну давайте посмотрим, может там боезапас есть. Сомневаюсь, конечно, что он для меня будет, но тем не менее посмотрим данные. Все-таки нет, надо менять на ППШ. Как бы то ни было, как бы жаба не давила эти патроны. Так, я смогу еще раз? Нет, не могу. Второй раз обыскать-то их. Ну вот сейчас посмотрим, сколько с ППШ возьму. Там еще надо было взять. Можно сходить. Ну, ну, давай. Должен взять хорошо. Блин. Пополнить боезапас. Где-то он должен пополняться. Должен пополняться. Осталось только узнать, где. Так, вот. Уже хорошо. Учитывая, что здесь магазин идет на 72 патрона, я просто должен визжать от радости. А когда я его полностью забью, если у меня на 2 магазина хватит, то это шикарно. Так, собрал. Золото, золото. Куда-то я сюда выхожу. Кто меня здесь ждет? Куда я смотрю? Ой. А, это можно было вот так обойти. Дамы и господа. Можно было их обойти. Тут, понимаете ли, каждую ситуацию можно было обойти. Каждую. Не спеша и не суетясь. Ну все, трупы исчезли.
Даже вот здесь труп один еще валялся. Ну ладно, 54 патрона, неплохо. У меня там было 60, по-моему, или 50 оставалось. Вот я уже практически восполнил. Это только на одном месте. Итак, не забывайте, можно без палева подойти туда сбоку. Можете убивать, можете не убивать, как шпион, камнями откидываясь. Так, подойдем поближе. Что у нас еще здесь имеется? Танк. А у танка есть здесь? Нет ящика с боеприпасами? Нету. Ну все, вперед за документами. Ну, кто меня здесь ожидает? Ой-ой-ой. Итак, давайте-ка походим, посмотрим, что мы здесь имеем. Носилки, трупешник, еще что? Еще носилки, еще трупешник. Надеюсь, они не встают, эти трупы. Да? Мне по нему даже не пройтись. Это, наверное, жертва экспериментов бесчеловечных. Нет, там нету ничего. Ну-ка, тут у нас кусочек золота, нет? Нет. Нету там кусочка золота. Тихо, незаметно, не спеша и незаметно. Хотя я уже натопался, так по идее это как слон. Ой, ах. Как вы меня всех перебьете-то? Ни хрена себе. На тебе в голову. Да. Еще. Еще. Давайте, я знаю, что вы спрятались. Я видел вас. Да, не успел. Что же я тебе продырявлю? В грудину. Ну ладно. Еще один здесь. На. Давай. Ё-моё. Сколько вас там? Сколько вас там? Ключица. Господи, такой ошметок. Сколько у вас, вы кончитесь? Нет, у вас реально много. Так, надо поменять. Меняем еще. На. Так, всех. Я даже не знаю, всех ли я побил. У меня на ППШ уже патроны закончились бы. Но тем не менее, смотрите-ка. Загасил, падал. Хотя как-то говорить про них тоже не очень красиво. Но никакой жалости к тому, кто хотел меня убить. Но их реально много. Думали, что растяжки буду ставить. Ага, тут копаться. А я взял вот такой вот и вот так вот поступил. Вот так вот. Еще. Ой-ой-ой. На, голову тебе. Ты фуражки в одной. Ты не сможешь держать пулю. Так, ну, до точки я добрался.
Где-то здесь надо искать. Итак, мне патронов бы сначала, а потом все эти документы. О, стоять. Ага, нет. Но идея была неплохая. Во многих играх канает, но здесь не канает. Давай. С него документы надо. О, на этом на столе лежат. У меня оставалось не так уж много дел, но и этого было достаточно. Табун был отравляющим веществом, быстродействующим и смертоносным. Вдохни его, дотронься до него, даже просто посмотри на него, и все органы в твоем теле откажут самыми ужасными способами. Это была идея Вольфа. Он был специалистом по химическому оружию. Он помогал русским начинить этим веществом оставшиеся ракеты Фау-2. Их цель — Лондон. Эти красные свиньи представят все как последний удар возмездия фашистской Германии. С убийством Вольфа можно было подождать. Теперь больше ничего не имело значения. Я должен был остановить запуск. Вот так вот, вот кто ковид распространяет. Вот, с него еще взяли 11 патронов. Смотрите, я, кстати, не зря поменял на ППШ-то. Что, еще есть? Еще. Пожалуйста. Нет, здесь только винтовочные патроны, да? Ладно. Так, мне выбраться теперь осталось. Кто ты? Я даже не знаю, кто ты. Но мне тебя... Надо... Надо убить, чтобы потом за тобой не бегать. И легко возмещаем это. Вот и все. Патроны не были потрачены. Хотя износ ствола, я скажу, это да. Интересно, это немцы уже. Куда шел совет, и они из запада за мной хвостом шли. И это уже немцы, я так понимаю. Или кто? Или КГБ. В кожанках кто у нас ходил? Вот. Что у тебя за оружие? Не показано? А, нет, совет, смотрите, он красный. А, нет, это я. Извиняюсь. Не познано. Ладно. Так, миссия — ликвидировать русских снайперов. Ой-ё. Ладно. Идем ликвидировать. Идем, идем. А вот и первый. Первый русский снайпер. Где ты? Да. Разнес я тебе голову-то. Но ты же не один. Что за снайпер, который работает в одиночку? В паре. Один снайпер, другой корректировщик. Ой, это уже выстрел в упор. Это уже выстрел в упор. Ой, кто по мне? Вот так вот. Раз, два и готово. Ладно. Теперь мы более подготовлены. Да. В голову. Где у нас второй? Человечек. Вот так. Опаньки. Ну, кстати, должен отдать должное. Хорошие снайперы. Хорошие снайперы. Но здесь-то выжить только лучший. А кто лучший? Я лучший. Ладно, пока я, видите, медленно пробираюсь. Жмите кнопку подписаться на мой канал. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой.
Да. Вот так. Вот брюшную полость. Где ты? Не вижу. Ну-ка, давайте-ка попробуем здесь вот. Ой-ой. Подобрали. Еще разок. Вот почему я его не видел, он скрывается. Ну ничего, уже не скрылся. Вот так вот. Почему я его не видел? Прячется. Но мне надо убрать снайперов. Вот место-то неплохое он там. Покуда мы тогда заходили. Нашли кнопку в правом нижнем углу. Жми. Подписывайся. Оставляй комментарии. Ставь лайки. Снайпер это любит. Ох, и я обожаю. Так, так, так. Вот здесь вот нету. Блин. Мне-то убить их надо, а не обойти. Вот в чем. Загвоздка-то. А кто стреляет, где стреляет, по кому стреляет, неизвестно. Так, самолет обходим, туда пробираемся. Ой-ой-ой-ой. Вот здесь мы можем обойти. Вот так потихонечку обходим, по краешку идем. Где-то ты там. Где-то ты там. Вот он ты. Ну-ка. На, в твой лысый череп. Опаньки, погас огонек. Хороший знак. Хороший знак. Самолеты, самолеты. Так, идем напрямки. У меня гранаты поставлены, если что. Здесь уже не до баловства. Опаньки. Ой-ой-ой. Ну что ж, ждем. Ждем гостей. Так вот откуда они придут, гости-то? Понятно, откуда. Блин, чуть не убил меня. Козлина. Блин, так от ППШ сейчас еще и ни хрена не останется патронов-то. Где ты? Вот он. Да, долго перезаряжался. У меня пуля быстрее. Ух ты, слезную кость. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что творится? Что творится? Я ведь ни хрена с этим не поделаешь. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. То где есть. Ой. Не вижу. Это вот они. Опа. А кто-то ты меня спалил. Еще раз. Да.
выстрел в голову. Вот и нету снайпера. Снайпера-то нету, а я-то вот есть. И прошу меня не убивать. Это же очень больно. Что-то я не понял, что задание изменилось. Куда? Ой-ой. Задачи. Ну что, на этом всем участке, что ли, надо искать снайперов и ликвидировать? Там только что сколько одного-двоих-то ликвидировал. Да эти козлятины еще мне мешают, ходят. Беженцы. Ну. Не вижу. Ладно. Если я их не вижу, то не значит, что их нет. Так что это как про паранойю. Если вы думаете, что за вами следят, значит, у вас паранойя. Но это не значит, что за вами не следят. Так что и здесь не стоит расслабляться. Что мы имеем? Боезапас. Где можно пополнить боезапас? Молчите. Ладно. Мертвый город. Господи, как страшно было. Кто-то строил, здесь жил, прилетела мина сверху и нету дома. Приехали танки и раскатали здесь все. Это же кошмар. Вон телеги стоят. Забивали улицы чем только можно, чтобы враг не прошел. Страшно. Ой, у меня подвал. А кто в подвале? Ой, я даже стесняюсь спросить, в каком у тебя подвале-то. Ну, вроде пока неплохо идем. Пока идется. Что мы здесь видим? Ух ты, вот боеприпасы. Блин. Ну, мы взяли растяжку, да. К винтовке только. Ну ладно, хоть к винтовке, то хорошо. Там еще гранаты, конечно, были. Ну это уж. Так. Смотрим. Вблизи. Вблизи. Продвигаемся. Идем к назначенной цели. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вот так вот посреди домов этих шататься тоже. Опасаюсь. Вот сидит он там и ждет. Настоящий снайпер может часами ждать, сутками ждать. Не двигаться. Срать под себя. Ждать. Поэтому. Что? Кто есть? Ну, страшновато, да, выходить. Ну нам надо. Если надо, значит надо. Пока вроде не вижу никого. Ну, вот он, которому прическу сделали экстренно. Танк разрушен, самолет разрушен, завод разрушен. Господи, все разрушено. Я один ходишь тут как по Чернобылю. Только здесь немножко хуже. Если в Чернобыле-то там никого нет, здесь есть. И причем не просто есть, а есть враги. Это я не понял. Я пройти не могу. Почему? Мне надо. Вон. А. Это снайпер последний. Да. Вы заметили там бутылочку? Смотрите. Блин, хотел бутылочку разбить. Ну ладно. Может, это удастся вам. На этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Увидимся в следующей серии. Пока.